Последний уикенд, Малбет, первая лига, 27 ноября на календаре. Вот в этот день сегодня на паузу уйдет ваш, наш, их общий любимый чемпионат. Только свисток раздаст, а вот и он от Константина Юданова. Это Нигматуллин, это Захарчук, Варламов, Еремчук, Цвейба и Клонцак. Панченко, конечно, да. Здорово, и бить можно, и ногой. Ай, моментище, Плотников. Не играет сегодня. Лучший снайпер Краснодара 2. Три мяча. Ой, момент, и какая залетела. Какая волшебная плюха. Кирсанов. Играл он с сентября, улыбка. Ну, гол, красавец, да. Безусловно. И так-то сегодня обескровленный отсутствием двух. Момент Краснодара. Удар и влетает мяч в ворота. Только заменили пальцу. Претензии у Мамина к Толстопятову. А забивает Опеков. Очень здорово. 17-я минута. Занов. Пузанов с левой. Нет, Опеков с правой. Разыграли. Домашняя заготовка. И Пузанов. И разыграли. Как здорово, а? Пузанов с левой под перекладину. В 20 турах во всех участвовал. Удар с левой. Мамин. Правильно. Поле мокрое, дождище. И можно играть. В стародавние времена, помню, и проблемы были уже. Момент, удар, и справляется Штепа. От начала второго тайма, которое уже не за горами, стало Кирсанов. Ну что ж сегодня Кирсанова-то не держит, а? 18-летний центральный защитник. Борьба в воздухе, не было и толчка, и спасение! Ничего себе! Штепа! После удара Гаглоева слева. Вынужденная замена досталась в первые 15 минут несколько раз. Момент может быть, и второй гол, пенальти! Штепа, что показывает Юданов, на точку, конечно же! Выходит Штепа и даже не спорит Михаил. Ну а теперь Гаглоев, опыт против Штепы, молодость. Левая нога. Месси ли? Месси! И кому-то на трибуне привет. Четвертый гол Александр Гаглоев, который 5 туров не забивал. Через Краткова, через центр Ндука. Ну, на фланг, удар, и ничего себе, и вот это Халназаров, это не халиф на час, это чудо-голище, Халназаров, который, кажется, в этом сезоне не забивал, и там эмоции какие, люди не верят, что такая влетела красота, но пока все к тому идет, что именно так и случится. Но и последние минуты на эмоциях Краснодара. А ну-ка, первую победу дома, да? Показывает Манелов. Пенальти сбили. Юданов рядом не верит. Стопятов. Все. На этом футбол для Краснодара 2 и для КамАЗа в этом году закончен.